Кризис, с которым мы сегодня столкнулись, это кризис конца экономической модели. Вот как в 4-6 веках нашей эры позднеантичная модель менялась на феодальную, как в 16-17 веках феодальная менялась на капиталистическую, так и сегодня капиталистическая должна уйти, и ей на смену должна прийти какая-то другая. А какая, пока непонятно. Вот это ситуация, в которой мы находимся. А так? Подождите, вы должны знать все. То есть мы от вас ждем конкретного ответа на этот вопрос, так развязка пока непонятна. Я рассказываю о том, как устроена жизнь. А вот куда она придет, ну, это примерно то же самое. Вот условно говоря, да, вот, скажем, растет в семье девочка. Ей что нужно объяснять? Как обед варить, как правильно одеваться, как разговаривать с мальчиками и т.д. и т.п. Более-менее понятно, что она через некоторое время выйдет замуж. Но вот сказать, за кого она выйдет замуж, невозможно абсолютно. Вот я в этом смысле выступаю в роли родителя. Я понимаю, что, как нужно учить, но мужа искать, увольте, пускай как бы она сама ищет. Да? Вот в этом смысле. Я могу объяснить те процессы, которые сегодня происходят, и более-менее чего нам ожидать, но сказать, что будет, я пока, во всяком случае, не могу.